могу сказать, что однозначно то, что это нам нужно, то есть это то, что мы ждем каждый год, то, что нас стимулирует. Значит, как бы эта премия нужна абсолютно всем артистам. Я думаю, что и не только артистам, и всем казахстанцам. Наконец-то на нас обращают внимание, и наконец-то, наверное, наш уровень отечественной эстрады поднимается все-таки, вот, что очень отрадно. И со сцены было уже объявлено о том, что один из участников группы Ринго, Аян, сегодня женится, вот, поэтому он не смог присутствовать сегодня на церемонии. Как бы, вот мы сбежали буквально на час, чтобы поприсутствовать на премии, и сейчас мы опять убегаем на свадьбу. Вот так. Хотел бы представить моих новых подопечных, это группа Juniors. Само название говорит само за себя, это младшая команда нашего офиса. Вот. Сегодня был их дебют, сегодня они впервые выступали на такой большой сцене. Вот. И, кстати, спели вещь, клиповую вещь, на которой будет сниматься как бы, клип буквально на следующей неделе. Официально ее появление ознаменовано когда? Каким месяцем получается у нас, когда мы контракт подписали? Февралем? Когда мы контракт подписали? В августе. Август. Август месяц, вот ребята появились официально, это их официальное появление. Вот. Но до этого, естественно, предстояло, был как бы определенный труд, то есть как бы мы занимались и так далее, репетировали. Вот и сегодня состоялся наш дебют, так скажем. Но, кстати, хотелось бы отметить, что у нас такая некая преемственность в продюсерском центре. Продюсером музыкальным их является Батыр Байназаров. Это один из участников группы Ринго. Вот так. Для пользователей видеопортала Костюм, привет от группы Juniors. Juniors.